Здравствуйте, уважаемые коллеги! Магистерская программа «Проектная деятельность в художественном образовании» направлена на решение ключевых стратегических задач модернизации художественного образования. В рамках программы мы готовим специалистов, владеющих комплексом компетенций в области инновационной педагогической деятельности, способных гибко решать профессиональные задачи, проектировать новые управленческие модели развития художественного образования, разрабатывать и реализовывать социально-культурные, творческие и образовательные проекты. Какие преимущества получит выпускник магистратуры? Во-первых, это уникальный опыт проектной деятельности. Во-вторых, развитие навыков исследовательской работы под руководством научных руководителей из числа профессорско-преподавательского состава кафедры художественного образования. В-третьих, это повышение конкурентоспособности на рынке труда. Наличие степени магистра откроет перед вами новые возможности трудоустройства в учреждениях культуры и художественного образования Уральского региона. А если вы закончили творческий вуз, архитектурную академию, университет культуры и искусства, у вас будет педагогическое образование в соответствии с требованиями профессионального стандарта. Это обеспечит успешную профессиональную самореализацию и возможности развития карьеры в сфере педагогики искусства. Программа магистратуры построена в логике модульного обучения. Мы готовим выпускников к следующим видам деятельности. Проектирование основных и дополнительных образовательных программ, реализация образовательного процесса в цифровой среде, организационно-управленческая деятельность, проектная и культурно-просветительская, маркетинговая, научно-исследовательская деятельность в сфере художественного образования. В течение 2 лет наши студенты изучают дисциплины профильной подготовки. Наши выпускники – это руководители учреждений художественного образования, детские школы искусств, дома творчества, центры культуры и досуга, клубы по месту жительства, специалисты органов управления культурой и образованием, методисты, преподаватели детских школ искусств, учителя предметной области искусства, руководители творческих коллективов и педагоги дополнительного образования. Наши выпускники успешно работают и в учреждениях культуры, арт-менеджерами, руководителями творческих проектов, артистами театра и балета, художниками, дизайнерами. С первых дней обучения в магистратуре студенты погружаются в научно-исследовательскую и проектную деятельность по профилю художественное образование, изобразительное искусство, дизайн, хореография, театр. Итогом обучения в магистратуре является подготовка научного проекта, магистерской диссертации. Лучшие работы рекомендуются к публикации в виде научных статей, монографий и учебных пособий, к участию во всероссийских конкурсах исследовательских работ. Наши студенты и выпускники – лауреаты и дипломанты многочисленных конкурсов в области искусства. Если вы хотите получить творческое образование, мы ждем вас в Институте музыкального и художественного образования. Мы всегда готовы к сотрудничеству и сетевому взаимодействию.